Спонсор этого видео – белорусская компания «Виктория». Отличная посуда по привлекательной цене. Мы рекомендуем. Ссылку на сайт компании вы найдете в описании к этому видео. Этому столу мы дали имя «Факел», хотя на лаву он тоже похож. Для нас это был первый опыт заливки такого большого объема эпоксидной смолы, и нам пришлось полировать не только поверхность стола, но и свои знания и навыки. Подробно об этом мы написали в мастер-классе к этому видео, который вы найдете на нашем сайте. Следуйте за нами в соцсетях, и, как всегда, спасибо, что вы у нас есть.